Хоба, привет. Ну, я замучился сегодня, бегал, бегал, собаки лаяли, лаяли. В общем, дети ходят за конфетами. Так полагаются на Хэллоуин. Перед Хэллоуином, значит, все, вот вы смотрели уже украшения, я там с собаками гулял. Возле каждого дома, значит, там какие-то привидения, какие-то кости и так далее. А вот сегодня, ну, вообще Хэллоуин 31, но сегодня вот они ходят уже, потому что воскресенье вместе с родителями. Я один раз поснимал, думаю, ой, маловато. А во второй раз, и третий, и четвертый, и пятый. В общем, я все это дело слепил. И смотрите, как у нас это выглядит. Всего хорошего. Хоба. Приятного просмотра. Ну, вон они ходят. Сегодня как раз Хэллоуин. Ходят за конфетами, видите? Вот, а это выходит, выносит. И подает им конфетки, берите. Сегодня мало, погода плохая, дождик. Приучают потихонечку к Хэллоуину. Это Хэллоуин, а снимает, по-моему, кто-то еще там. Да, на фотоаппарат. А я на камеру снимаю. Через окошко. Вот в масках, видите как. Ну, немножко совсем, да. Собакам не нравится, сил нет. Сейчас они к нам придут, собаки лаять начнут. Где хотя снимают? Ну, вон они все, да. Это наше, мое дерево опиленное, я его. А, они уже все уходят. Они уходят. Видите, какой красный кустик симпатичный. Ну, вот так, в общем. Тоже дитё как бы наряженное во что-то там. Ай, не видать, не видать. Ну ладно, может еще будет. Эти ушли, другие придут. Они будут ходить теперь целый день. А, вон они ушли. Все. А, вот сейчас туда пойдут. Да, в тот дом пошли. У нас просто конфеты стоят на скамеечке в таком специальном ведерке. Куда тетя пошла? Забыл, куда шла. Ну ладно, это уже далеко, трудно снимать. Я еще поснимаю В потом. очередной раз. Вот они ходят. Мексиканцы. И к нам заходили. Вон он уже с мешком идет довольный. И мешки, видите, как тыква, да? А вон еще. Вот. Набрали, набрали, набрали. Какие. А вон там. О, вот еще. Вот это уже серьезно, ребята. О, какой красивый. Вот они, вот она красавица. Вот она красавица. Не видят они меня, наверное, не видят. Я поглубже зайду. В красном галстуке. Солидный парень. Солидный, солидный. А это какая-то типа мартышки, что ли? Что-то в этом роде. А вон детишки уже идут. Все. Все, пошли. А где остальные? Это тоже летучая мышь, что ли, или какая-то черная принцесса. Ну, вот так целый день я буду ходить. Надо конфет подсыпать. В этом году что-то конфеты подорожали. Раньше наборчик стоил $11, а в этом году аж 15. Все, никого больше нет. Я Гришку там на стрём поставил. Как только кто идет, они, ну вот уже другой дом. Как только кто идет, Гришка начинает лаять. А вон они, вон следующий дом идут. Ну, в общем, вот так вот они будут ходить по домам. Как-то так. Ой-ой-ой-ой, побежали, побежали. Детишкам удовольствие. А потом они между собой, у кого больше конфет. Вот, пошли, пошли. Ну, ладно, спрятались. Может, еще что будет, я тогда еще сниму. Оба, вот еще компания идет. Ну, какой здоровый мужик. Вот, а там еще вон. Ага, сейчас к нам пойдут. А я так раз за окошко спрячусь. Давайте, выходите. А вот там еще кто-то бежит. А, вон там еще, во, девочки бегут. Перемазанные. Потеряли конфеты. Я подальше отойду. Чтобы меня не засекли. Неудобно же снимать-то. Ну так меня не видно. О, там еще бегают. О, там, опс, опс, девчонки бегут, 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 бегут. Бегут девчонки. А вот там еще какой-то зеленый. Маленький совсем. Ну, разбегались. Совсем с малышами. А это что? Да, это мой цветочек.
Вот, приехал. Ну вот ждали тебя. Сейчас все заградит. Вот там они сейчас пошли, вот там. Вот баран, правда, написано Рэм, да? Это баран. Приехал. О, вон они, вон они. Вон они, вон они. Вот они, вот они. Бегают с конфетами. Ой, раз в году. К сожалению. Вон еще один какой-то. О, какой. Надо же, какой костюм специальный. Опять мой цветочек здесь попался. Вот еще один. Ой, плащ развивается. Кинжал. Кинжал. Где-то там мы еще нашли. Ой, мне самому интересно. Я побегу. Ну, мне неудобно. Скажет, старый, ты что пришел? О, девчонки, вон бегут. Ну, в общем, как-то так. Это каждый год вот такая ерунда. Сегодня дождик, вот я еще боялся, думаю, дождик, наверное, не будет. Хотел поснимать, вон они. Довольны, с мешками. Дома будут выкладывать, смотреть, что это такое. А криков сколько, криков. Криков и веселья. Ну ладно, третий ролик я снимаю, все, прощаюсь с вами. Ну вы поняли, как Хэллоуин проходит в Америке. Причем Хэллоуин-то 31-го, а сегодня 28-е, ну, воскресенье. Всегда на воскресенье вот эти вот хождения. Вот он побежал, вот он побежал. Лыцарь, лыцарь настоящий. А вон еще один лыцарь, во. А эти кто такие? Ну, эти тоже вот в масках каких-то. Господи, господи. В очках. Ну, это у него свои очки, я так понимаю. Ну, все. Поняли, да? Как празднуют Хэллоуин в Америке. Пока. Сегодня с вами был закончится. Доктор Влад. Посмотрите, как красиво девочка как одета. Какое-то фиолетовое одеяние. Вон, ведьма настоящая. Ведьма пошла, ведьма. Собаки уже не лают. Они уже успокоились. А это там кто-то под зонтиком. Под зонтиком. Да нет, это уже не интересно. Уже все. Вот там еще какие-то. Там вдали. Оба, я не утерпел, ребята, еще. Еще целая капелла. Смотрите, как красиво. О, какие. И от нас идут вон. Какие-то. И там, вон. Вон сейчас покрупнее его. Бегут. Это вообще принцесса. Принцесса. Ой, принцесса в резиновых сапогах. Это вообще маленький какой-то. Что тут еще? А, ну это без каких-то костюмов. А вон, толпа. А, толпа! Что-то в этом году много, ребята. Обычно меньше. Ой-ой-ой, демонстрация. Демонстрация настоящая. Ну все, все наши конфеты съели. Опа. Ну ладно, все тут. Они еще пошли, больше нет, что ли? Вон еще какие-то люди ходят. О, вон какой интересный этот. Видите, как это бюргер с горчичкой. Ну давай, горчичку покажи. Эх, не покажет уже. Вон он, с горчицей у него впереди желтеньким таким. Может повернется. Пирожок. Ух, ёшка ломаная. Вот это серьезный парень. Вон какой скелет весь поехал. На велосипеде. Все, что ли? Ну все, ладно.